«Приготовьте эти куриные шарики, и все мужики будут ваши». Услышала я одной женщины и думаю, дай-ка приготовлю. Мне все не нужны, мне хоть бы своего накормить. Итак, нам понадобится куриный фарш, натертый на мелкую терку и хорошенечко отжатый от всей жидкости один кабачок. Туда же мелко нарезанный или натертый один лук. Буквально пару ложек панировочных сухарей. Немножко натертого сыра. Туда же соли. Одно яйцо, сухой чеснок, если нет сухого, добавляйте обычный отжатый на чесночницу и черный молотый перец. Аккуратненько все перемешиваем лопаткой, шучу, конечно, выбрасываем лопатку и хорошенечко все перемешиваем руками. Формируем шарики, обваливаем их в муке и на хорошенечко разогретой сковородке обжариваем наши шарики со всех сторон до золотистой корочки. Потом добавляем немножко водички и тушим под крышкой 10 минут. Попробуйте, это так вкусно, все мое семейство было в восторге.